Всем привет! С вами канал Артмания и я. Сегодня хочу я показать, что подарили мне на Новый год. Вы сразу видите большие коробки. Это конструктор. Получилось так, то, что мама меня спросила: ты в детском мире что-нибудь себе нашла, знаешь, что я ребенок до сих пор в душе, я люблю побегать, поиграть, выпрыгнуть с диким криком из угла. Вот, я все это очень люблю, и люблю играть в игрушки иногда. Вот, я говорю: нет, я ничего не нашла, я не ходила особо, мне ничего не нравится. И решила я пойти гулять по детскому миру, когда ходили зиме за детским питанием. И, короче, я натыкаюсь вот на такой дом. Такой дом, но сначала я наткнулась вот на этом. Мне понравилось, поскольку я в детстве всегда играла в машинки в основном. У нас в основном все играют в машинки по папиной линии. Вот. Ну, мне папа, в принципе, покупал машинки, я очень любила машинки разные, а это их еще можно строить, то есть я, в принципе, еще разбираюсь в машинах, я знаю каждую марку. Могу спокойно, увидев там просто вот этот вот ярлычок на машине, я могу сказать, как она называется, все вот это я знаю, вот. И, конечно, вот это, когда первым делом увидел, мне все, я его хочу. И вдобавок он там стоил около 1000 рублей, довольно дешево, вот, и была еще там пожарная и полиция, по-моему, пожарная меня тоже привлекла, но она вся красная. Мне красная не очень хотелось, мне хотелось какой-то такой нежный цвет, поскольку я все-таки девочка, ну, девушка сейчас, да, мне хотелось что-то нежное. Я вот это увидела, ну, подумала, ладно, не буду сейчас брать, подумаю дома, еще раз все взвешу и потом, может быть, возьму. Зашла дома уже в детский мир на сайт. И нашла там вот этот домик, и меня он вообще просто привлек. Я вспомнила, как в детстве я кому-то приходила, и вот эти вот цветочки помогала собирать. Их наставляют друг на дружку, там маленькие человечки, такой розовый домик, там кроватка, там дверцы, они открываются, окошечки. Вот, с детства у меня был конструктор, но там был просто одноэтажный маленький домик, без окон, без дверей. Просто дырка там за место окна, и все. То есть я собирала, разбирала, но не особо было интересно. А кому-то пришла в гости, там было лего, и вот такие вот цветочки, мне так это нравилось. Я маму просила: мам, купи. Она что-то все время: нет. Но здесь, кстати, не лего, сейчас разные. Я залезла потом на Simaland, нашла там еще кучу всяких брендов. Не только розовая мечта, здесь тут розовый... здесь одинаково они. Слудан какой-то. И здесь он точно такой же. А есть точно такая же, только китайская, там прям иероглиф. Вот, и поскольку сейчас в детском мире акция до 17 января, то и вот этот набор мне тоже обошелся довольно дешево. Но смотрела я наборы на самом деле, чтобы... деталек, вот видите, здесь 538 деталей, а здесь, вот он, 741 деталь, чтобы было их много, чтобы можно было реально что-то там собрать. Вот, и, короче, получается так у нас. Женька мне подарила вот этот набор вместе вот с этим. Вот, поскольку я хочу собрать из... Ну, сначала по отдельности я буду собирать сначала этот, потом этот и потом этот. Ну, не знаю, вот этот будет точно последний, а какой-то из них я начну, может быть, даже домик начну. Не знаю, мне домик больше всего вдруг начал привлекать. Но потом, в конце концов, я хочу собрать из этого набора, наверное, фуру. Вот, либо, не знаю, ближе к какому-нибудь празднику я закажу себе в подарок фуру. Либо, не знаю, посмотрим. Сейчас ее нет уже в магазинах, но я очень ее тоже хочу. Вот, и потом этот конструктор просто останется Димочке, и Димочка будет играть в него. Вот, и поэтому я заказала, поскольку хочу фуру, я заказала вот этот набор. Он там меньше 100 рублей стоил. Там что тоже есть колесики, есть вот эта вот передняя часть.
Ну, тут все, конечно, заклеено особо. Человечки, тут что-то написано. Также я сделаю на каждый набор обзор. У меня будет обзор. Так, здесь, кстати, человечки идут. Давайте так вот. А вот. Да, чтобы не было кверх ногами. Ну вот. Немножко тут мятины. Женя его вез, ехал в пробке, битком. Ну, так, короче, довез. Вот он. Домик, тут такие цветочки, она прям вообще меня так привлекла, особенно вот эти вот цветочки, я так хочу их собирать, я выбрала специально, где их побольше, вот, ну, а ну вот, кстати, еще город, ну, честно говоря, за это время, сколько уже прошло, они могли придумать что-то вообще оригинальное, там, это невероятные дома какие-то, которые можно было бы построить или хотя бы продавали бы конструкторы по запчастям, по частям, допустим, окошечки, отдельно там еще что-то, там вот чтобы достроить, например, какой-нибудь стеклянный полностью дом, вот как сейчас мода есть за границей, полностью стеклянные, там коричневые какие-нибудь там еще под дерево. Сейчас в нашем мире уже, в принципе, все возможно. А вот еще тут не показала. Вот он домик, там как он строится. Не знаю, будем строить, возможно, вместе с вами, либо я одна, пока еще не решила. Так, вот у нас тут набор. Ну, поскольку он розовый, блин, меня просто привлекает. Но мне, кстати, еще понравилось. Потом я уже посмотрела, нашла. Здесь есть еще вот дом, он очень большой. Как-то он здесь стоит не так, не помню. Короче, тоже видела за 2,5 его видела. И видела за 1600 где-то на каком-то сайте, я уже не помню. Вот, но у нас в Самаре его уже нету. Видимо, к Новому году уже скупили. Если мне будет мало, наверное, буду еще его заказывать. Но это будет видно потом. Вот. Меня и то привлекает, и все привлекает. Потому что, в конце концов, у меня будет большой город, и Димульке тоже потом будет интересно все это поиграть, все это собрать, разобрать, собрать что-то новенькое. Вот здесь у нас автогонки. Вот. Такой тоже большой дом. Из него потом можно будет тоже вот всякие колеса, если я хочу фуру прям такую собрать. Ну, потом все это разобрать и собрать. Здесь даже, кстати, есть какой-то вот он инструмент для разборки. В комплекте. Это вот какой-то инструмент. Я думала, это животные какие-то. Не пойму, что за животные тут еще. Так, давайте вот такое покажу. Тут человечки. Так, ну вот тоже, да. Тут стол какой-то, машина. Она ехать будет, ездить. А вот эта фура. Сначала я думала, что фура в наборе входит, но нет. Выяснилось, что, по-моему, она отдельно. Есть вот такая, есть еще с еще одним, господи, как его называют-то? Прицепом. Вот, есть синяя такая и красная. И они открываются. Нет, подождите, нет. Есть еще какая-то другая. И они открываются или... Да, они открываются. Вот, хочу такую. Очень люблю машинки. В детстве я всегда мечтала о машинке на управление. У меня была, но была вместе со шнуром, и просто приходилось за ней бегать. Вот. Тогда еще только-только они появлялись. Вот. Ну и себе купила вкусняшку. На тот момент я еще не думала, что я возьму конструктор. Вот, просто купила себе вкусняшку такую, ассорти фрукты в глазури. Наверное, на нее буду делать обзор. Не знаю, интересно. Тоже, когда покупала, надеялась, что она вот такая. И сейчас что-то я через камеру смотрю, что здесь просто конфеты. Наверное, они просто вот в таком вот виде. Вот, хотя хочется вот такую вот. Ну, такую проще самим, конечно, сделать. Вот. Ну, я уже, правда, не помню цену. Она меньше 100, наверное, стоила. Вот. Какие вот у меня покупки. И сейчас посмотрите там дальше, что подарила мне мама, бабуля.
Димы дома нету. Дима остался с моими родителями. Мы с Женей вдвоем. Как когда-то. И сейчас я хочу показать. У меня такой мешок родители мои подарили. Так, сфокусировала. Вот хочу показать, что мне мама подарила. Ну, в подарок она мне подарила лекарство, железо. Мне прописали его в женской консультации. Но единственное, это лекарство якобы по рецепту только продается. Мама говорит, это все фигня, короче, можно купить и так. Вот, вот она мне его купила. Так. Дальше. А, коробочка конфет. Это мне подарила моя крестная. Такие они. Не знаю, на них может быть обзор я буду делать. Даже пока не знаю. Просто цену я вам сказать не смогу. Что-то у меня такое здесь качество. Все рябит что-то у меня там. Я смотрю через камеру. Ну ладно. С черным, наверное, всегда так. Вот. Так. Ну, бабуля мне подарила шоколадку бабаевскую элитную. Я люблю, кстати, такой шоколад. Именно элитный или люкс еще вот бывает. Мне очень нравится прям такой чистый шоколад. Там такой вкус обалденный. Вот, мама мне подарила, наверное, это гель для душа. Это Oriflame. Вот. Да, у меня уже начинают мои запасы заканчиваться. В принципе, мне без разницы, какой, кто там производитель. Главное, чтобы пахло вкусно, для меня это самое главное. Так. Чертушинец. А, и подарили мне леггинсы. Вот такие мне леггинсы. Ба, как все рябит, кошмар. Вот такие леггинсы. Ну, обыкновенные, как сейчас я, в принципе, ношу. И... А, еще носочки мне подарили. Ну, все такое вот как раз нужное. Все такое нужненькое. Ба, батюшки, как рябит-то все, кошмар. И... Что-то у меня прям не заканчиваются подарки. Тоже мне крестная подарила. Какая-то печенюшка. О, нет, не печенюшка это, а скорее всего шоколадка. И в леггинсах лежал маленький сникерс. А мама хотела, чтобы я когда-то там, допустим, в шкаф уберу эти леггинсы. И потом нам спустя много лет достану, а там хоп, шоколадка выпала. Ну, я тоже, бывает, покупаю какие-нибудь шоколадки, допустим, раньше это было, когда еще до Димы. К маме придешь, есть просто шоколадки такие же вот мелкие, просто прячешь по всему дому. И, допустим, мама там собралась мыть полы и берет эту перчатки резиновые, а там шоколадка такая лежит. Там полезла куда-нибудь за телевизор, там что-нибудь пыль протереть, а там шоколадка лежит. И приятные сюрпризы. Ну, приятно просто такие сюрпризы. Вот это, смотрю прям вообще. Столько иксов. XL. XXXXXL. А еще XL. Придешь в магазин. Здравствуйте, а у вас есть леггинсы? XXXXXXL. Нет, они небольшие на самом деле. Они, может быть, как раз 46-й где-то размер. Даже, мне кажется, они поменьше. И они, кстати, серенькие. У меня вот черные. А здесь серые.